Друзья, добрый день! Сегодня покажу, как мы боремся с конденсатом, а точнее с его последствиями. У нас достаточно теплый балкон, но пока мы не установили теплый пол, у нас была проблема с тем, что мы, открывая дверь из теплого дома на прохладный балкон, сталкивались с тем, что у нас запотевают окна и неизбежно конденсат попадает, стекая вниз на пол. Поскольку здесь будет теплый пол, что мы придумали? Вот данная проблема: мелкими струйками влага поступает вниз, в некоторых местах пол начинает мокнуть. Значит, мы попытались придумать простую, но эффективную схему, которая позволит, по крайней мере, собирать воду и не пропускать ее дальше в пол и оградить от печальных последствий связанных с замыканием, возможно. Значит, что это такое? Это желобок, купленный в Оби, швеллер алюминиевый, 10 на 10 сантиметров. Мы его просто приклеили к балкону с помощью герметика. Значит, вода успешно собирается. Вот. И распределяется по желобку. Ее немного. Она успевает потом испариться. Тем не менее, эта проблема решается. И пол не мокнет. То есть я уже убедился в том, что это эффективное решение. Вот. И к этому месту будет приставляться ламинат, теплый пол, подложка, теплый пол, потом ламинат. Соответственно, этот желобок останется. И в него будет стекать вся влага. Из этого желобка эту влагу потом можно будет также удалить тряпочкой или чем угодно. Желобок будет герметичный. Вот. Поэтому это решение, оно в качестве аварийного имеет место быть. Всем спасибо за внимание.